Всем привет, это Русская Америка и я Аня. А мы сегодня с Юрой идем на презентацию фильма Russian Soul, которую сделал Эндрю Хэмилтон с участием Юры и других участников. Вот мы сейчас находимся на Бродвей. И уже весна наступила. И, кстати, я хочу вот заметить, вот можешь вон туда показать какое-то здание? Какая-то церковь. Кстати, я там еще ни разу не была, вот надо сходить и снять. На самом деле, эта зона после 70-й улицы, она вообще как бы не особо... освоена Аней. Да, Юра, кстати, тоже. Мы сейчас идем в Колумбийский университет, в холл, математический холл, где как раз будет показ фильма. Да. Да, сегодня, конечно, погода прекрасная. Да, кстати, и вот эта вот зона, она более такая чистая. И вот сейчас это, как я говорю, 117-я улица. 117-я и Бродвей. Да, и Бродвей. Уэст. И вот кто, кстати, сюда планирует приехать, постарайтесь добраться в ап-сайт Нью-Йорк, потому что на самом деле тут совсем другая атмосфера, и другие как бы дома, и другие как даже люди ходят. И, кстати, не так суетно, как... Даунтаун Манхэттен или Мидтаун. Ну да, мы даже спокойно сейчас запарковались без проблем. Да. Вот это один из показателей спокойной жизни. Очень чисто, кстати, очень зелено. Ну все, мы еще снимем для вас следующее видео. Пока.